Нам в магазинах выдают огромное, просто огромное количество мелочи. Просто несметное количество мелочи остается, если ее не сбагривать. А сбагрить ее порой довольно сложно, потому что в большинстве случаев мы расплачиваемся купюрами, а не мелочевкой. Поэтому куда-то это все нужно девать. Я присмотрел в одном из Ашанов, абсолютно случайно попался такой, ну, действительно интересный и прикольный аппарат, который может, в принципе, избавить нас от этой проблемы. Для этого я поехал в один из торговых центров, где находится Ашан как раз таки, и там стоит точно такой же аппарат. И сейчас мы попробуем сбагрить целый мешок мелочи в этот аппарат и оплатить либо мобильный телефон, либо отправить эти деньги на карту. Ну вот, как-то так. Сейчас узнаем, как это работает. Таки попробовать его. Так, поместите монеты в лоток, магнитоприемник и нажмите продолжить. Блин. Довольно сложно из моего маленького удобного мешочка переложить. А, паливать сигареты. Я не рекламирую курение. Курение вредно для здоровья. Так, окей. Допустим. Продолжить. Поднимите крышку монетоприемника. Это вот так. О! Ничего себе, и он считает, сколько таких. Забавная хреновина, мне нравится. Ой, 50 копеек даже подскочили, офигеть. Короче, он насчитал нам 640 рублей, что дальше? Понятно. Теперь, что мы будем делать? Продолжить. На счет телефона. А, он снял с меня комиссию? Да ладно, сколько? Мощная так комиссия, короче. 80 рублей. Ну ладно. Номер я светить не буду. Номер светить не буду, да, конечно. Теле2. Оплатить. Проверьте отсек чего? От браковки. А там еще что-то должно быть. Да нет, там ничего. Это мелочевка валяется, и это не факт, что моя. Печатаем чек. А деньги отправлены на счет телефона. Все так легко и просто. Это так быстро делается. Вау. Даже целый чек. С указанием, сколько купюр. Ой, монет он принял. Блять. Обещал не ругаться матом. Понятно. Ну, нормас. Но комиссия 80 рублей просто поразила, конечно. Да. Ну, если кому-то нужно, всегда можете воспользоваться таким аппаратом и пополнить счет, например, мобильного телефона вместо надоевшей уже давным-давно практически все мелочи. Подписываемся на канал Палец вверх, колокольчик не забываем. До встречи!